Первый зампредседателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина поздравила ветерана Великой Отечественной войны Зою Владимировну Груздевич с наступающим Новым годом. Вместе с председателем окружного совета депутатов Татьяной Одинцовой парламентарий вручила пенсионерке подарки от Московской областной думы и местного отделения партии. Весной этого года Зое Владимировне исполнилось 98 лет. Депутаты пожелали ветерану крепкого здоровья.